Население области с начала года сократилось на 300 человек. Таковы данные Ярославльстата. Сейчас в регионе проживает 1 270 000 человек. В общей сложности смертность в нашей области превышает рождаемость более чем на 3000. Если бы не поток мигрантов, прибывающих в регион, то потери населения вряд ли ограничились бы цифрой в 300 человек.